Попробовать пельмени мне предложил друг. Он сказал, что если без майонеза, то я не втянусь. И угостил первую порцию бесплатно. Почему вы вообще решили попробовать пельмени? Я решил попробовать пельмени после того, как меня бросила жена. Мне было грустно, хотелось отвлечься. Потом начались больше пельменей, еще больше. Мне стало тяжело ходить, я перестал ходить на работу. То есть вы бросили работу из-за пельменей? Ну, получается так. Потом, когда кончились деньги, друг предложил лепить пельмени на дому и поставлять по магазинам. Кто-то нас ждал, и пока к нам ломились менты, мы успели снять 4 кило теста в унитаз. Скажите, а когда вы поняли, что вы уже не можете без пельменей? Когда я впервые смешал майонез с кетчупом, я понял, что пройдена некая точка невозврата. Друзья рассказывали, что с пельменей можно заскочить через вареники. И у меня почти получилось, но потом кто-то подсунул мне вареник с мясом, и все опять закрутилось. Не волнуйтесь, мы вам поможем. Правда? Правда. Просто вы не очень похожи на того, кто может помочь от пельменей. А вот здесь вы правы, ведь мы работаем с переменным успехом.